Сегодня на сессии было рассмотрено 9 вопросов. Часть из них касалась имущественных отношений. Депутаты городского собрания проголосовали за передачу Сочинскому госуниверситету земельного участка и здания пансионата «Нептун». Теперь корпус вуза будет и в Адлере. Также был приведен в соответствие с законодательством устав города Сочи. Одно из изменений в нем – сокращение числа первых заместителей у мэра с 2 до 1. Пожалуй, одним из главных вопросов сессии стал доклад муниципального водоканала о реализации инвестиционных программ по развитию систем водоснабжения и водоотведения. Было отмечено, что изменение формы собственности водоканала, а после и руководства, сказалось на выполнении производственных программ. Сейчас перед ресурсоснабжающей организацией стоит целый ряд важных задач. Это нас и беспокоило, поэтому мы очень был принципиальный разговор на комитетах. И вот те решения, которые приняты, они указывают, что основная часть всей работы, которую мы водоканал должен сейчас выполнять, это на снижение затрат на подключение, затрат нашего населения на подключение к воде и канализации. Это первое. Второе. На подготовку документов для участия в федеральных и краевых программах. Потому что строительство дальнейшее наших систем водоснабжения, и их обновление и канализирование – это довольно финансово затратное. И только одними средствами МУП водоканала и одними муниципальными средствами мы не обойдемся. Нужны средства федеральные, краевые. Через месяц эти вопросы снова рассмотрят на заседании комитетов городского собрания Сочи. Водоканал за это время должен будет разработать механизм снижения тарифов на подключение к воде и канализации для местного населения и участие в федеральных и краевых программах. Все это в конечном итоге должно значительно повлиять на качество водоснабжения курорта.